It's an unbelievable dream, really. And for anyone to suggest that there was anything wrong with it, I couldn't possibly say there was. It was just fantastic, you know. And any prize in the finals of the international Tchaikovsky competition, whatever instrument it is, any prize is worth its weight in gold. Forgive the pun. Вот это, конечно, были незабываемые воспоминания. Опыта было почти никакого игры с оркестром. И, конечно, борьба была прежде всего со своим волнением, потому что обстановка в финале конкурса Чайковского всегда накалена в зале до предела. Когда я потом уже услышал, допустим, его исполнение третьего концерта Рахманинова в финале, конечно, это было выдающееся исполнение. И в этом отношении я немножко даже удивлялся, почему он не получил первую премию, понимаете? И в этом отношении я рад, что разделил с ним тогда вторую премию. Вот. А уже какой-то, как вам сказать, спортивный интерес вылился в то, что я потом все-таки через какое-то время решил сыграть на конкурсе в Лидсе, вот, где Питер тоже в свое время играл, участвовал в этом конкурсе, был одним из победителей. Вот. И тогда уже мне было, конечно, как-то чисто морально приятно, что я там стал победителем в Англии, в стране, где Питер является одним из самых известных пианистов и музыкантов. The Moscow audience, or the people who came to Moscow rather, who formed the audience, were so unbelievably supportive, and that relationship has never stopped since. And you know, the whole thing is such a milestone in my life that. Well, it's like my second home almost. It's in my DNA. Публика, конечно, российская, московская, питерская публика, они особенные. Это люди, которые не просто пришли с улицы, а люди, которые являются профессионалами. Много педагогов приходит, много приходит музыкантов, студентов высших учебных заведений. Вот. И я знаю нескольких меломанов, которые музыку знают лучше, чем сами музыканты. Как бы тонус слушательского внимания в зале, он очень высокий. Иногда сидишь, как будто бы один находишься в громадном полуторатысячном зале, представляете? И тишина полнейшая. То есть вот эта вот магия, заинтересованность и увлеченность тем процессом, который происходит на сцене, он уникален. When I came in 82, it was of course Soviet time, and we foreign contestants did not see very much of the Russian ones, or the Soviet ones, in fact. It was quite difficult to be sociable with them because they were somehow always kept separate. So I did not know Vladimir Ovchinnikov until later. But actually, the next time I saw him, he won the competition in Leeds, in my country. Теперь мы с Питером общаемся гораздо чаще. Я отслеживаю на Фейсбуке, например, его какие-то статьи, его высказывания и так далее. И должен сказать, что он, конечно, помимо того, что прекрасный музыкант, он еще и очень умный и серьезный человек. The genuine character of someone shows in the way they play, however much they try to cover it. And if somebody's a really nice person, you can hear it in the playing. And I can, in his case, very much so. Ladies and gentlemen, we would like to greet Mr. Donahoe, who is celebrating his birthday today.